Сегодня у нас открытая дискуссия там собраны статьи по проблемам скульптуры в городе, написанные
написано Григорием, он использовал каждую возможность говорить об этой скульптуре, в том числе его писал эти статьи. Но, видимо, это был такой крик души, потому что Григорию в большей степени, мне кажется, они так и не были приклоны. И вот сегодня мы будем пытаться выяснить, что было дальше. Менялось ли что-то в городской скульптуре за эти 40 лет, начиная с 70-х? Если менялось, то что? Вот. Но сначала мы хотели бы предоставить слово Ольге Драничной, которая сделала небольшую презентацию на 10 минут, и ведет нас в общий мировой контекст, расскажет о наиболее актуальных методах функционирования искусства Open Space последних десятилетий. Большое. Как меня лучше слышно, с микрофоном или без? С микрофоном. Хорошо, у нас идет запись. Тогда скажите, как мне лучше переместиться к компьютеру, чтобы привлечь. Вы можете идти. Ну, давайте. Сейчас маленькая микрофон. Итак, в 2015 году я защитила диссертацию на тему экспозирования под открытым небом. Собственно говоря, моя деятельность в Третьяковской галерее, к сожалению, часть, я не знаю, но так уж я пригодилась, она не связана с научной деятельностью. То есть это такое мое сейчас научное хобби. Я стала кандидатом в представление, я занимаюсь фандрайзингом, но, как вы понимаете, в Третьяковской галерее все пригодится. То есть человек должен знать и в искусстве, и в бизнесе достаточно много сделать. Итак, я с большим удовольствием возвращаюсь к этой теме. Я буду очень вести, что очень современное искусство пригласили сегодня на эту дискуссию, с удовольствием вам расскажу. Так как организаторами была заявлена тема экспонирования произведений искусства, в частности, скульптуры, последние 40 лет, насколько я понимаю, да, то есть мы берем самое ближайшее время, то хотелось бы обратиться к выставке документа, которая берется в начало 1955 году и проходит в германском городе Кассель. Чем отличается эта выставка? Тем, что все произведения искусства, практически все, они экспонируются под открытым небом. И надо сказать, что здесь организаторы этого такого большого масштабного мероприятия, они, в общем-то, хотели, знаете, пробудить двух зайцев сразу. То есть первое, они хотели восстановить город Кассель, который был во время Великой Отечественной войны практически полностью уничтожен. И хотели привлечь к этому маленькому городу внимание именно через искусство. То есть первые выставки они проходили практически в руинах. И сейчас эта выставка происходит до сих пор, она происходит каждый 5 лет. И в 2022 году вы сможете, кому интересно, поехать посмотреть, как сейчас город живет, современный, восстановленный. Все произведения искусства, которые выставлены под открытым небом, некоторые частично они оставляют в городе. И вы понимаете, что с каждой выставкой этих произведений искусства становится все больше и больше. Если вы берете Кассель не другие документы, то все равно есть очень много произведений искусства, которые то здесь и там будут на вас смотреть. И вот я сейчас вам покажу, как приблизительно они экспонируются. То есть для скульптуры выбираются либо открытые дворы, либо парки, либо территории улиц. Ну и в моей работе, если тоже для любителей каких-то детальных исследований, да, я привожу в городскую среду, привожу несколько ландшафтов городского среды. Вы понимаете, что город – это не единая, однообразная некая среда, да, в которой мы помещаем произведение искусства. То есть в городе у нас есть и парки, и жилые районы, есть транспортные развязки, есть рекреационные территории. И произведение искусства может быть включено в любую из этих ландшафтов. Мы сегодня не будем трогать тему природы, парков, заповедников и так далее. Организаторы просили сосредоточиться только на городе, поэтому мы будем этим заниматься. Да, и у нас здесь минут. Итак, посмотрите, это черно-белые снимки. Одни из первых, то, что происходило до 60-х годов уже, выставки документа. Надо сказать, что на этой выставке в этом городе выставлялись самые знаменитые мастера,
имели за честь выставиться и найти какое-то местечко в этом маленьком местном городе. Панорамная площадка также преобразована в некие такие виды, некие картины. Да? С одной стороны, это вроде бы очень простое сооружение, да? Но если мы присмотримся, то, конечно, самый такой знаменитый вид этого города – это парк и восстановленный дворец. Да? То есть художник оформляет его в раму, как бы еще раз подчеркивает его ценность для жителей. К этой раме нужно пройти к такому вот подвесному мосту, что тоже таким является испытанием, потому что для людей, которые боятся высоты, они еще раз подчеркивают, что город находится на холмах, поэтому замечательный парк растительный создает определенные живописные эффекты. Ну и также вот посмотрите, где работа выставлена под открытым небом, да, и работа выставлена в музейном пространстве. Согласитесь, на зрителя совершенно разное впечатление, да, производит. Это то, как раз, наверное, о чем говорил Алексей Григорьев, когда не доступливал музейное пространство. Потому что, конечно, скульптура под открытым небом, она живет своей жизнью. Если она удачно вписана в ландшафт города или широкие следы, она принимает дополнительное звучание, и для любого зрителя это дополнительный эффект. Ну вот такие человечки, это была целая тема, посвященная мигрантам, да, и над вокзалом такая стела, по которой люди уходят, в общем-то, куда-то, куда оказываются. Вот таких персонажей из работы можно увидеть на Малом музее, тоже на главной площади. Вот так это выглядит. То есть, знаете, все произведения, они вписаны, то есть если вы в этот город входите, специально посматриваете, вот, они очень как-то органично, да, то есть они находят свое место, и действительно это как детский квест, как загадка, когда вы ходите, вдруг обнаруживаете тех или иных персонажей, за которыми спрятана, ну, действительно, такая вот история. Также в своей работе я рассматриваю различные визуальные эффекты к тем, как бы историческим памятникам, и рассматриваю световую инсталляцию как одну из, собственно говоря, ну, таких инсталляций, часто относятся к скульптуре. Поэтому не удивляйтесь, это световые инсталляции, которые я в своей работе рассматриваю как некую скульптуру без света. Да, и обращаясь к истории города Лион и Берлина, где уже много лет мы начинаем чуть ли не со средневековья, проходят световые шоу, световые фестивали. Обычно в начале декабря город преображается, привлекает достаточно много туристов, и воспаление под открытым небом, ну, наверное, один из главных факторов, почему кураторы предлагают именно к такому необычному, да, исполнению. Это привлечение посетителей, это нахождение дополнительных художественных объектов. Да, то есть, во-первых, мы видим, что историческая структура, которая уже нашла свое место в городе, она немножко иначе, да, начинает звучать. И второе, как бы художники додумывают среду вокруг и создают некие, ну, дополнительные пространства. Да, ну вот, конечно, я не претендую на то, что это какие-то суперпроизведения искусства, да, но это метод, мы смотрим на метод с вами. Я, честно говоря, как искусствовед, человек, в общем-то, не всегда сторонник, чтобы разукрашивать какие-то исторические фасады, но тем не менее, мы сейчас с вами говорим о художественном методе и о методе экспонирования. Ну, в том числе, да, это может выглядеть и вот так. Это уже Берлин, да. А вот как раз я упоминала, что город – это не только жилые массивы, не только парки, но и транспорт. И в одном из городов Голландии художник по заказу муниципалитета создал такую инсталляцию. Он раскрасил 7,5 километров дал голубой краской, а тема была такая. Ему нужно было привлечь внимание к чрезмерному расходованию воды. И
для того, чтобы подчеркнуть ценность воды, они, собственно говоря, сделали эту инсталляцию. Большими буквами на светлом было написано, что там вода источник жизни, какие-то такие вот лозунги. Это выглядело приблизительно вот так. Конечно, город преобразился, жители обратили на эту проблему внимание, да, и, собственно, эта ситуация изменилась. Далее это фотографии испанского города Коронного, где в маленьком средневековом замке существует достаточно давно выставочный зал, и кураторы стали понимать, что, в общем-то, скульптура там не живет, но приходит мало, вокруг прекрасный ландшафт, почему бы ее не выставлять ее там. И муниципалитет, опять же, выделил большую территорию, на которой каждые полгода, мы с вами уже в другом времени немножко, да, мы не можем себе позволить круглогодично выставлять структуру, да, и любоваться, как это делают наши испанские коллеги, но тем не менее, каждые полгода меняется автор. Каждый раз скульптуры находят новое место, в зависимости от того, какой теме, да, какой тематике они посвящены. То есть это не просто дорожно расставлены какие-то работы, да, а кураторы действительно продумывают, где должна стоять скульптура, что она обозначает, как она должна влиять на зрителя. Несколько работ, которые иллюстрируют, собственно говоря, этот метод. Это уже Амиш Капур, известный художник, и его выставка в британских садах, закрывалась полированный металл, который отражал красоты, собственно говоря, этого парка. То есть скульптура, она не всегда является украшением какого-то места. Иногда она и является украшением и подчеркивает высоту того места, где она выставляется. Собственно говоря, это карта, то есть все работы, они были представлены в виде таких вот полированных металлических поверхностей. И основная их идея была, это отражать ту красоту, которая находится вокруг, еще раз подчеркивая ее. Такие работы. Это испанский парк города Альеда. В моей работе также представлен здесь небольшой блок материала, посвященного садово-парковой скульптуре. Мы не будем отрицать, что Испания под открытым небом берет истоки именно оттуда. И, собственно говоря, здесь есть несколько таких классических примеров, потому что мы не будем на них заострять внимание, просто наслаждаемся ними и тем, как классическая скульптура экспонируется. Но при этом обратите внимание, что, опять же, это испанские ботанические сады, большая часть которых сейчас предоставлена современным скульпторам, которые имеют возможность на совершенно там безвозмездной основе выставлять свои работы. Но опять же, все работы они выставляются с художественным замыслом, с поиском места, с привлечением художника, куратора и людей, которые работают в этом саду. То есть, знаете, вот в чем недостаток зоны, на мой взгляд, это мое личное. В том, что сейчас это похоже, знаете, просто на виды скульптуры, которые никому не нужны. И хорошие работы зачастую, как вы их или рассмотрите, или они так экспонируются, что на них лишний раз не обратишь внимания. Это очень обидно, потому что там действительно есть хорошая работа. Уже потихонечку закругляться, но Жанна Пьянца, тоже для меня пересекается с Алексеем Григорьевым, современная скульптура, что-то работает на отражение, что-то работает на просвете неба. Простите, я так добавлю, что, наверное, вы знаете, у нас как раз выставка Пьянца прошла в подготовке, она прошла параллельно с выставкой Алексея Григорьевым. В европейских садах, в ботанических садах, в частности, в Испании, его работ очень много. И также я хотела бы сказать, что помимо того, что в городской среде просто в качестве декорации устанавливается скульптура, последняя европейская тенденция – это создание скульптурных парков. И вот перед нами один из таких парков, который ландшафтно
и экспозиционно специально выстроен для экспонирования современной структуры. То есть, когда вы туда заходите, у вас не бросаются в глаза сразу все структуры, которые представлены в этом парке, каждая находит на кухне свое место, свое отражение. И, ну, в общем-то, доносит идею и замысел автора. Ну, вот некоторые из них путешествуют по этому структурному парку очень интересно. Это Костоправа Испания, если вы там будете, я с удовольствием скажу вам адрес, когда поехали, потому что о нем знают многие наши российские туристы, но тем не менее здесь собраны ведущие испанские мастера, ведущие авторы, и вы действительно хорошо проведете время и насладитесь. Вот, например, одно из таких самых удачных, я считаю, экспонированных работ, да, с одной стороны, ну и так, что мы сегодня на выставке у Алексея Григорьева видели достаточно много работ, произведенных для симпозиумов или во время каких-то симпозиумов. Естественно, в европейской практике это тоже есть, и это тоже тенденция последних там, 40 лет, когда художники на всеобщее обозрение выбирают какие-то вот интересные места. Это город Борго, здание, Северное море, казалось бы, да, вот такие вот ветреные пляжи. Они проводят ежегодно фестиваль скульптур самых разных, выбирая видите, не только пространство переговора, но они еще пытаются экспонировать и непосредственно на водной глади своей работы. Это Мексика, Канкун, и под водой, как вы видите, тоже можно экспонировать скульптуру. Причем интересно то, что скульптура начинает, вообще любая скульптура под открытым небом, она начинает жить своей жизнью. То есть, вы понимаете, погодные условия влияют. Ну, а под водой это еще и подводные миры, кораллы, которые начинают тоже как-то обживать эту скульптуру, которая приносит вот такой вот загадочный, да, немножко характер. Туда можно опуститься в акваланге, то есть это может сделать любой турист, который приехал в Мексику, в город Канкун. Но вы понимаете, что это, конечно, потрясающе красиво, и таких художественных эффектов мы можем достичь. Ну, вот, например, если мы будем делать что-то морозное или ледяное, или зимы, это очень актуально. Это Гордон Холлор, и художник американский, и его экспозиция, которая жила там своей жизнью, то есть в холодильной установке, которые со временем таяли и меняли свой цвет. Все, я уже завершаю. Да-да-да, у нас мало времени, но тем не менее, это наш скульптор Полицкий во Франции, и вот такие работы, которые можно увидеть в замке Шамон-Сюрла. Это специально отведенное, ну, собственно говоря, это 1992 года существующее пространство для современной скульптуры. И вот обратите внимание, это не просто какой-то эффект тумана, это есть, собственно говоря, инсталляция, это скульптура японского художника. То есть скульптура – это сейчас уже не только бронзовое дерево, это еще вот такие явления. Ну вот я попытаюсь просто побыстрее, да, побыстрее представить. Также отдельный главой я разбираю экспонирование под открытым небом на прямоземных пространствах. Это вот как раз мог бы быть этим пространством, мог бы быть музеон. Он, конечно, не является пространством Третьяковской галереи, но тем не менее мы соседи с ним. И мы друг на друга влияем. Вот, например, в Барселоне музей Хуана Миро, да, он выходит вот таким вот образом, то есть это специально созданное пространство для того, чтобы показать отдельную структуру живописи художника. Это Франция, Париж, музей на набережной Брамли. Его архитектура вообще специально построена таким образом, чтобы быть на улице. И, в общем-то, все знаковые проекты, например, такие как фото-биеннале, даже фото-биеннале, они проходят на набережную таким вот образом. Дальше, прям совсем очень коротко, это музей Кармайо, и мне показалось, что эти работы
списаться с Алексеем Григорьевым, но вы видите, да, что это металл как-то экспонируется. Это тоже специальное пространство под открытым небом, которое прилегает к музею современной скульптуры. И все скульптуры, видите, они подобраны, то есть они принадлежат одной из тематики, они поставлены, каждая скульптура, на свою такую почву, да, что-то цветом выделяют, выбирают камень, да, или песок, оливковые деревья, то есть все это работает. Ну и финал – это испанский город Фортикат, родина Сальвадора Дали, его знаменитая инсталляция «Лодка и кипарис». Кипарис – это любой художник Люблин, лодка – это символ путешествия и странствия, да? И это не случайная такая композиция, она знаковая для художника, это был его маяк, это было его пристанище, и ну, его символ вообще всей его жизни. И все, мы завершаем. Что бы я хотела сказать, это, наверное, то, что экспонирование под открытым небом сейчас формируется. В 2015 году я говорила, что это формирование нового стиля, нового жанра. Ну, мне кажется, что в 2019 он уже успешно сформировался. Другое дело, что, конечно, каждая страна, она обладает своей художественной школой, и стилистические, и климатические условия, да, разные, и традиции у нас разные. Поэтому, конечно, я за то, чтобы мы обращали больше внимания. Спасибо большое за то, что там есть такие дискуссии, потому что только в них, только обращая внимание, только привлекая внимание как скульпторов, так и кураторов к этой теме, можно развить, можно улучшить нашу среду, можно улучшить наш город и вот то эстетическое состояние, ту эстетическую среду, в которой мы с вами живем, находимся каждый день. Спасибо. Если будут вопросы, я с удовольствием отвечу после. Спасибо. Спасибо большое, Ольга. Действительно очень интересный и разнообразный материал, который действительно важно учитывать нам. И вот теперь на этом фоне мы будем разворачивать нашу дискуссию. Пожалуйста, проходите к нам обратно. Мы возвращаемся в нашу страну, в нашу родную традицию. И вот мне хотелось сказать, давайте попробуем размышлять. Существуют ли сейчас эти девушки с звездами, появляются ли новые и подобные, и в каком виде, и много ли их? Вот если иметь в виду такую вот типовую губернатскую парковую скульптуру, о которой писал Алексей Григорьев. Нет, прошу прощения, прокомментирую, что визуальный ряд у нас такой устаревший. Вот, это вовсе не значит, что он констатирует какое-то совершенно изменение или крес в нашем пространстве отечественном. Вот. Но мы скорее просто еще пока не очень знаем, что происходит, эта дискуссия может служить тому, чтобы разобраться и понять, как куда двигаться, может дальше уже выступить или выставками, как дискуссии, удачные примеры современности последних 40 лет. А пока вы видите старину. Не обязательно внимательно смотреть, я просто думаю, что нужно двигаться, пока мы размышляем о том, что произошло за последние 40 лет в нашей стране, уже в Москве. Кому ты хочешь писать вопрос? Я хочу писать вопрос Амиле. Вот так сразу. Ну, что изменилось резко совершенно с времен распада СССР, как бы в тех, наверное, жить на уровне 40 годах, не всегда. Да. Не всего 43. То есть, в общем, по мне видно, что это совершенно немного. Ну, что изменилось? Исчез единый заказчик, который был государством, который был нашим замечательным государством. Нет централизованной системы, и во всех городах очень все зависит от конкретного персонажа, который способен дать деньги.
Я видел совершенно возмутительные вещи, которые стоят в нашей с вами родине, в России, на Святой Руси. Вот. А все почему, спрашиваешь, а у нас мэр такой, или не мэр такой, а бандит такой. Вот что стало, мне кажется, основным явлением стала абсолютная бесконтрольность. То есть, с одной стороны, вроде бы хорошо, что у нас нет единого стиля, каково был социализм, да, то есть никто нам не диктует, казалось бы, прекрасно, да. Ушла такая штука, как цензура, как же все ненавидели тут совет, когда непонятно кто тебя учил лепить скульптуру. На вопрос, сколько вы памятников поставили, не твое дело, чино. Понимаете, да? Люди пожилые, вроде бы с хорошим опытом, с великолепным мастерством в руках приходили, и их какой-нибудь парк-парачик учил жизнь. Говорит, ну, вы знаете, бронза для такого материала, его еще, знаете, служить надо. Так что из бетона втрое меньше, и, в общем, вот как бы денег, сколько дадим, столько и дадим. А может, радость, что поучаствовать в процессе, наоборот. Вот так. Это основное. Это то, что я вижу изнутри. Что касаемо Москвы, опять же, резкие слова скажу, есть так называемый Big Five, большая пятерка, это 5 секторов, которые ставят памятники. Больше пробиться туда невозможно. То есть совершенно четко говорят, ребята, пока мы не помрем, мы ничего не получим. Мы ничего не получим. А мы не получим. Вы очень долго. Дальше что? Значит, если, с одной стороны, надо участвовать в конкурсах, всегда говорят, что инициатива молодых, ну, привет, я не знаю, в каких пор я буду считаться молодым, а ты четырех детей, да? 20 лет родился, с красным диплом, на рубеже веков. Вот, ну ладно. Молодых инициатив приветствую. Но когда ты доходишь до финала, в итоге ты все равно не выигрываешь по этой причине, когда тебе говорят, ну, разве же его можно добить, ну, жопу никакого. Вот когда пусть фиксакал, коллеги, фамилии не называют. Вот, а я получаю грамоты, имеет много, очень красивые грамоты. Вот, спасибо. Ну, и тогда у меня следующий вопрос. Есть еще... У меня тоже есть что сказать. Знаете, я несколько лет была рецензентом в Академии имени Строгана как раз на кафедре структуры. Меня привлекали, я делала рецензии тем структурам, которые выпускались. И, знаете, конечно, обидно, когда их всего выпускают, чтобы вы понимали, 5-6 человек в год, учатся они 6 лет, это тяжелый труд. И когда они выпускаются, и, в общем-то, с ними разговариваешь, что ли, что прошло, что дальше, что будешь делать, я не знаю. Ну, сложно, мне будет сложно, то есть я буду искать заказы, но многие, как, допустим, не обладают каким-то проблемным характером, или они не находят сразу своего, там, не знаю, коллекционера, мы движемся, но факт в том, что
Но вот люди, которые занимаются этим искусством, действительно, есть такая профессия, коллекционеры, галеристы, это замечательные, уважаемые люди, которые, конечно, в Советском Союзе не было, по понятным причинам, что же объясняют. Вот. А сейчас они есть, как бы тяжело они живут, галеристы тоже очень жалуются себя, что по поддержке доли закончили бумаги. То есть вот даже если и есть деньги, и есть даже здание, то вкладывать деньги в это здание, потому что мы понимаем, потому что нас все будут разбирать. Но не мозг. Какое-то непонятное совпадение. Вот. Поэтому вроде бы и делать неохота, по рукам. То есть, конечно, надо быть очень большим оптимистом. И все равно они есть. Они есть. Да. Я вот сейчас был на открытии перезарной галереи, в принципе, заработал. Совершенно великолепно. На Страстном бывает. Сегодня первый день я был. Вот с чем поздравляю. Ну и последние годы, то есть ну, последние лет 30, наверное, это было, естественно, частное строительство, и люди в том числе вместе с какой-то своей архитектурой, да, индивидуальной, они в том числе заказывают эту структуру. И вот здесь, в этом моменте, здесь очень важно профильно работать, да, потому что очень часто им нужно подсказать, их нужно направить на какой-то путь вкуса, да, и развития, и увести тем самым вот, от тех заказов, которые, собственно, говорили. Скульптор, вы не хотели бы исполнять, да? Давайте вернемся к исполнившему. Прекрасный архитектор, который мог себе запретить все, и обратил прикладной вкус, то есть скульптуру. Ведь это тоже были частные заказы, и он привлекал достаточно много мастеров, и тем самым мы вспоминаем начало 20 века, конец 19-го, как один из рассеянных русского искусства. Но почему бы все в наших руках, я вообще не говорю. И ваши тоже. Вы пишете, конечно, хорошо. Мы такой оптимизм не теряем, что все в наших руках. К сожалению, далеко не все в наших руках, хотя вот нам кое-что удалось сделать. То, что было в новом здании, я имею в виду в новом музее, я не знаю, все или нет, наверное, не все, да, то вот и видеть установленную как раз под открытым небом структуру Алексея Григорьева. Вот я, к сожалению, не подготовил, ну, как-то я не совсем понимал формат, но вот сейчас как можно поближе к небу, у нас такая представлена, но ну, вот эти вот композиции, я могу и вам передать как-то, показать, да, и, в общем, приглашением к нам приехать, о, сюда, нас не доехал. И ну, вот можно посмотреть поближе, конечно, фотографии, ну что, на доме ландшафте. Ну, я вот немножко к истории вопроса хочу немножко посвятить, вот те, кто не в курсе, что нам построили новое здание, мы были долгие годы, с 20-го года музей существовал в монастыре, и надо сказать, что структуры, коллекции структуры мы почти не формировали. Вы знаете, я сейчас подумал, наверное, это даже не удивительно, во-первых, как бы хватало нам пластики самих стен до реставрации. Вот сейчас ее там явно не хватает, такой нагадил, сделали из структуры, опять же, был. Вот. И довольно сложно, конечно, говорить вот о такой вот лучшей структуре в стенах монастыря. Ну, а когда мы уже стояли перед фактом, что строим новое здание, у нас как-то само собой немножко даже стала появляться структура. И очень хороших мастеров, там, и Марата Бабина, и Леонида Бердина. Ну, а вот уже на территории, уже когда мы были, вот у нас просто такой волшебный дар случился, то, что мы получили дар от работы Алексея Григорьева, и то, что мы как-то поговорили вот, с Марией, да, с Татьяной Борисовной, и действительно учли такое вот желание автора, чтобы структура, она действительно должна жить, его, по крайней мере, действительно может жить в ландшафте. Тем более, вы знаете, мы получили, опять же, что у нас не было, здание довольно сложное. Это современная архитектура, ну, на мой взгляд, очень разные акценты, на мой взгляд, она
не очень хороша, хотя бы потому, что она, ну, вот, не слишком музейная. Это музейный выставочный комплекс уже со всеми вытекающими последствиями. Внутри, например, очень много каких-то таких вот переходов, которые надо осваивать, обживать. И вот тут, когда я говорю, что вот у меня вот пессимизм сейчас, в общем-то, зашкаливает больше, чем оптимизм, почему? Потому что, конечно, поначалу мы думали, что вот все эти пространства нам удастся все-таки как-то очеловечить. Они действительно достаточно бесчеловечные. Вот эти переходы, они требуют вот именно какого-то внедрения монументальных форм, да, искусства и скульптуры. Вот. Ну, у нас постоянная вообще во многих музеях чехарда и смена или тому, каждый приходит со своим видением, очень не совпадающим с нашим, поэтому, в общем-то, вот и оптимизм. Да. Но, тем не менее, вот какой-то период безвластия, я так скажу, что нам вот удалось все-таки вот сделать. Я считаю, что довольно удачно писать ландшафт работы Алексея Григорьева, этого рамы и вот его железные человечки, которые, вы знаете, вот, они безумно как-то вот очеловечивают это пространство. И они действительно вот так получилось, что, может быть, с одной стороны, это было вот еще свободное место, и действительно, мне кажется, оно было очень удачно, потому что по существу скульптура прибавляет самого здания, оно как-то вот... Сейчас уже, мне кажется, даже кто посягал, были такие вот моменты, что, в общем-то, опять же, объяснение директоров, что вот они как-то странными казались, очень непривычными, покорными. Но вот сейчас, мне кажется, что они уже чуть ли не тоже, ну, как бы символ, такая визитная карточка нашего музея, потому что я много наблюдала за посетителями, никто вот не проходит мимо, и фотографируются, и фотографируют, и совершенно это такое место уже. И вот видно, скульптура, в общем-то, ну, она соразмерна человеческому, например, мозгу, но она очень прочитывается издалека. Это действительно, как-то специально смотрел, это действительно вписанность уже. Идешь когда вот со стороны монастыря, уже это видишь, уже воспринимаешь, и это уже действительно как-то вот все пространство удивляет. Вот, по мне, в нашем, в общем, часто дискомфортном пространстве, в мегаполисе, и все вообще, роль скульптуры даже все такая, что она должна не пугать, как мы там у Владимира не хочет, наверное, вот, а вот как-то вот удивлять пространство, вот этого, конечно, не хватает очень. Но у нас, вот, вы знаете, конечно, вот, у нас можно вот в музее как-то развернуться, и какую-то программу у нас некоторые авторы даже предлагают, там, 8-6, предлагал проводить симпозиумы какие-то вот такие. Но все это у нас, кстати, в Ивановской коллекции тоже есть, но все это вот пока что не значит, ничем не закончится. Пока не развивается, хотя, конечно, ну, внутри какие-то выставки всегда у нас понятно, что скульптура присутствует. Вот так. Можно я добавлю, тоже вернусь к тенденциям, да, скульптуры. И немножко так мы затронули музей и скульптура, да, и где, собственно говоря, в музее должна быть скульптура. Конечно, она должна быть внутри и снаружи, но снаружи она еще, знаете, выполняет такие функции, такие аттрактивные, да, то есть мы все боремся за показатели, да, мы все хотим привлекать к себе внимание, к нашей территории, мы хотим, чтобы к нам приходили не только что-то узнать, да, мы можем просто отдохнуть и хорошо провести время. И, конечно, когда человек видит скульптуру на территории, да, она может проявляться эволюционно, просто так получилось, первую поставили, потом вторую, и потом образовался скульптурный сад. Некоторые музеи уже сразу планируются с таким партером, да, для скульптуры, который, конечно, в свою очередь уже человек мимо не пройдет этого здания, он иногда может просто там идти, его может заинтересовать, он прочитает дальше на посвященных музей. Но увидеть скульптуру, он может заинтересоваться, он может пойти дальше, он может зайти в музей, может быть, полюбить скульптуру или что-то, что там спланируется. То есть это, ну, своего рода такой
но тем не менее для посетителей очень важный фактор обратить внимание. Да, то есть вот скульптура, она еще, наверное, выполняет такую роль, немаловажную для нашей современной жизни. Спасибо большое. И вот мы подошли, мне кажется, логичному вопросу, намеченному мной про задачи скульптора. Попробуйте, пожалуйста, определить задачи скульптора, как вы себе видите на данном этапе, скульптора в нашем мире. И вот потом мы попробуем подумать, меняются эти задачи за эти последние десятилетия. По-моему, задача одна – человеку служить, людям служить. Всегда это было, есть и будет, никуда не деться. Значит, двигаться к людям у нас 90%, если не больше, населения Москвы живет в так называемых спальных районах. С точки зрения культуры, на районы нулевые. Абсолютно нет ничего. Ничего. Это правда еще писал Василий. Да, и ничего не изменилось, к сожалению. То есть мы по Пусьёпуру ставим памятники в центр. Есть подозрение, что местами наш исторический центр даже перекружит. Вот как ни странно. То есть мы уже достигли какой-то плотности бронзовых вещей здесь, в центре. Что, мне кажется, можно уже вводить мораторий. Двигаться дальше в окраине, потому что есть Капотни, есть Марин, есть Бутово. Люди живут именно там. Вот эти самые 12 миллионов москвичей на самом деле живут там. Вот. И там есть эти места, которые нуждаются в этом улучшении. Причем во многом улучшении. Просто на порядке, автоматически. А центр, он у нас хорош, он благополучный. Чистый, он ничуть не проигрывает европейским городам, я много где был, много поездил. То есть, ну, хорошо выглядит, не надо стараться его утыкивать, так сказать, дальше, по-моему, нет смысла, совершенно нет смысла. Скульптор Щербаков, у нас Кремль на периметр пытается обставить, был, например, Гермоген, потом Александр Освободитель, и дальше, вот Владимир Викторович помянул, да, замыкаем кольцо, берем его в окружение, все, и уничтожаем окончательно. Как Армен Павлович в Сталинграде. То есть, мне кажется, пора остановиться. Выйти за не то, что бульвар, за Садовое кольцо. И скульптура для человека. Действительно, очень было сказано много правильных моих слов, лучше мысли, где этого живет. То есть, постараться памятники, ваши вещи стоят не тяжелые по смыслу. Я знаю, что даже криминальная ситуация в районах, где стоит какой-то воинский мемориал, очень как часто самострой, погибли ребята афганцы. И вот местные жители поставили свои деньги, гранитную плиту, золотые буквы. Все криво, такой погост. Вот. Так там криминалитет, как бы повышается уровень преступности. Это депрессивно, правильно? Вокруг, это грубо говоря. Вот. Пора себе заканчивать. Да, хорошо. Да, я немножко поспорю, потому что, на мой взгляд, в Москве достаточно, в центре Москвы достаточно мало современных памятников. То есть вот памятников современных скульпторов, не тяжелых, там, да, исторических каких-то личностей, там, созидания, а, не знаю, памятников, посвященных как Европе, там, какому-то настроению или, я не знаю, какой-то теме легкой, да, то есть понятно, что все мы загружены, мегаполис, Москва, тяжелый достаточно город. И я не знаю, памятник, да? Ну, скульптуру я имею в виду, да. То есть, как бы, да, может, памятников много, но скульптуры самой, как таковой. Если мы возьмем даже на счет там, подарок на планету города, вот Москва не самая загруженная, поэтому у нас есть еще куда расти. Но вот я надеюсь, да, я надеюсь, что это будут все-таки современные скульпторы и работы, которые будут, во-первых, находить правильное место, во-вторых, которые будут соответствовать определенной тематике, да, местной, к этому месту и к этим людям, которые там живут. И я не соглашусь, что там, где есть скульптура или памятник, там повышается криминальная тяжелая. Вот я не соглашусь. Я считаю, что везде, где есть произведение искусства, не может повышаться криминальная тяжелая. Знаете, а у нас не является произведением искусства, к сожалению. Но это, наверное, надо рассматривать сейчас, И по поводу спальных районов, ну вот я, собственно говоря, хорошо знаю, как у спальных районов в Москве, и
могу сказать, что последние там 20 лет там все это ландшафтные парки, старые структуры, например, район Гитлера, замечательно, оно было устроено, там, не знаю, 30 лет назад там не было ничего, сейчас там все люди гуляют, занимаются спортом, шикарным ландшафтным парком, и в том числе и малые структурные формы. Поэтому, мне кажется, мы все-таки движемся в позитивном ключе и в правильном направлении. Конечно, мы можем делать это еще лучше. И возвращаясь, я бы сразу отвечу на вопрос, что роль скульптора, вот мне кажется, роль скульптора и задача, да, любого художника, у меня они все художники, они большие буквы. А я думаю, что, наверное, это интерпретация современности через свой язык, которым индивидуально обладает каждый скульптор, художник, как человек, для того, чтобы оставить какой-то след, для того, чтобы отразить действительность и для того, чтобы люди, которые не обладают этим талантом, сейчас и в будущем, они могли следить о нашем времени и о том, кто в языке скульптора, которым он обладает. Для меня это так. Спасибо. Я просто хотел добавить, что скульптор уже очень связан с архитектурой. Поэтому, конечно, центр это вот опасно еще и из-за архитектуры, еще вот где-то сохранится все. Поэтому, да, тоже вот такой момент. А спальня района, ну, там тоже архитектурно сложно, так как архитектуре говорить, и скорее может действительно те какой-то парк скульптуре, а и сами, наверное, в этой зоне, вот это еще проблема, так или иначе, так. Не сталкивались, если не согласились, потому что... На самом деле, наработало огромное количество приемов, как вот отвратительную стенку сзади закрыть или сидеть, чем угодно. Нет, на самом деле, все это продумано. Можно ставить абсолютно где угодно, как вписавшись, так и абстрагируясь, как по-разному есть. Все наработано до нас уже времени нет. Переживать нечего. Не надо бояться спальных районов, что там есть архитектура, поэтому там скульптуру поставить нельзя. Нет. Все решает. Нет, как раз, наверное, она там действительно выправлена, согласно, что она там еще больше. Ну, потому что это не на самом деле. И об этом писал вообще Алексей Григорьев. Вот, мы все-таки неминуемо возвращаемся к нему, что меня, конечно, радует. И действительно, вот у него мы как-то идем по тем пунктам, которые намечены в его статьях. Вот, в частности, он как раз тоже вот про эту проблему говорит, что, конечно, вот эти вот безликие новые районы, они особенно нуждаются в том, чтобы их как-то обживать. И он как-то усиленно рвался, вот, если тоже думал про то, что как, новые такие площади для освоения могут быть. Вот. Но при этом, когда он делал некоторые попытки в 70-е годы, с огромным трудом добивался этого, чтобы несколько скульптур оказались в сквере каком-нибудь. Но, правда, это был муниципальный район от центра Москвы. Но это, по-моему, была еще первая половина 70-х. Когда ему удалось вместе с Владимиром Гудачевым, еще несколькими другими скульпторами, добиться разрешения установить работы, которые они делали на комбинате все лето. Они с большим трудом туда сами транспортировали эти работы, устанавливали, и работы простояли, вот получился замечательный большой парк скульптур. Ну, там буквально было несколько. Но простоял этот парк меньше сезона. То есть подростки уничтожили его. И вот там было даже целое судебное дело, и ничего, компенсации никакой не последовало. И вот он в таком, конечно, с такой горечью пишет статья в своих о вот этом уровне культуры, с которым приходится сталкиваться скульптором, и что это серьезная проблема, которая является препятствием на пути скульптора к людям, с которым он так стремится. Ну, подробнее об этом потом пишет в своем программном труде, который полностью был опубликован уже после его смерти, где он сравнивает труд скульптора с трудом Сизифа, собственно. И
Вот я хотела поставить вам еще такой вопрос. Если мы для Алексея Григорьева идеальную форму работы используем, но все-таки симпозиум, где в течение месяца, как правило, сколько должен был сделать работу целиком от начала до конца и беспрепятственно уже его работа оказывалась, собственно, в городском пространстве среди людей, к чему он стремился, то вот какая форма работы могла бы быть идеальна сейчас? Симпозиум интересная, хорошая форма, да, но одно понятие скульпторов и симпозиум надо дать. Много раз сталкивались с этим, что ребята приходят недостаточно подготовленные. Они хотят заявить себе громко во весь голос, так сказать, топом, заведут дорогие кафедры, ужасно с ним бьются. И в итоге их не хватает. Их не хватает ни физически, ни по уровню как бы, подготовки, по уровню мышления. И мы имеем после симпозиумов обычно так. Ответы хороших работ, и все остальное откровенно сырое. Вопрос, это были плохие эскизы, или что, откуда это пошло? Вы говорили, что он не справился. То есть откуда пошла проблема, что он не справился? Ну, то есть его не эскизы... Вполне возможно, что на уровне эскиза уже было заложено. Но и дальше, человек не потянул физически. Дело все в том, что 30 дней, вот вроде бы, недолгий срок. А на самом деле, для него очень тяжело разложиться. Я знаю ребят, которые рвут со страха, да? То есть, по сути, за дурные годы рвут со страха. Но на 5-6 день ему условно сказал, физически работать. Физически работать. Это ужасно. Он сам страдает, он потом сыряк и навидит всю оставшуюся жизнь. Не выходит. Это есть такое. То есть, симпозиум, конечно, эскиза отбирать. Конечно, лопатик должен организатор. То есть, во главе кто-то должен стать авторитетом. Сильный, хороший художник, который набирает команду, и где он за каждого не боится. Он знает, что он получит действительно парк скульптуры, по факту. Вот, поэтому это скользкая достаточно штука, симпозиум. То есть к ней надо быть готов. Либо с другой стороны, я сейчас только приехал с симпозиумом, на который не отобрали по принципу, что вот и балерина, и скульптор, то все, не отобрали очень талантливых ребят. А в итоге приехали, я не знаю, как это сидел этот подбор, приехали очень слабые. То есть по факту. Значит, я боюсь, что в Балерии достаточно компетентная была команда. Человек, кто отвечает за это, должен быть, конечно, такой авторитетный директорий. Ну, большой да, конечно, ну, то есть всегда организатор симпозиума, как извините, что я дискуссию. Не, все нормально. Я либо... Вопрос на потом оставим, все-таки мы оставим какое-то время. Хорошо. Либо другой вариант сразу подбирать конструкторов к минимуму месту. То есть, чтобы они работали не в месяц, не в одном месте, не вот здесь, да, вот там, за горочек. А мы просто формируем его. Иногда постепенно, иногда сознательно, разово. Но это вопрос финансов, организации, когда нам так это случится. Это вторая версия. Вторая версия, мы наполняем очень какую-то задачу. Вот, но опять же, надо иметь план. Вот, как военные решили, лучше иметь плохой план, чем не иметь никакого, да, вот, это никакого мы будем разговаривать. Лучше следовать даже плохому. Ну, то есть, вы все-таки видите в симпозиумах такой вот интересный, да? Да, форма. Интересная форма работы, очень интересная, но не застрахована, мы там это не удачи. Вот, не застрахована. Есть ли альтернатива какая-то лучше? Ну вот альтернатива это собирание коллекций. То есть вот если мы находим какие-то деньги, допустим, да, вот они у нас есть. И умный, талантливый, хороший искусствовед собирает туда точечно вещи, подбирает как коллекцию, да, как если кто-то паровозики собирает, да, это часы старинные, сугушки или сугушки, а он может собирать структуру. Я просто этих парков, например, или мамок. 5000 структур собрал, зажег человек, личный персонаж. Вот занимался бизнесом, но параллельно у него была такая страстичка. Вот кто-то в карты играет, а он структуру собирал. Ну здорово, ну фантастически здорово. Что сказать, вот нам вот такого не сильно не надо. Это вы говорите про программу коллекции, а вот если говорить про работу, форму работы с культурой, есть ли альтернатива?
используем такой чувственный драйв, что нужно вложиться вот именно за это время. И вот это такой рывок, в результате которого его работа оказывается вот... На мой взгляд, фактор времени и структуры – это такой весомый фактор. Вы понимаете, мы идем по выставке, там не написано, вот это портрет следует за 25 минут. Никому никакого не делали. Он за 25 минут следует, он за 10 лет следует. Он либо плохой, либо хороший. Либо он никаких эмоций не вставляет, как часто. Знаете, мне кажется, что альтернативой является практика арт-резиденции. Когда, например, какая-то культурная институция, например, большой музей, создает условия для проживания и работы определенного художника, там, скульптора, задает, может, даже какую-то определенную тему, да, и показывает место, где может стоять его работа, для того, чтобы ему показать какие-то ориентиры. Наверное, все равно промежуток времени, ну, какой-то соразмер, ну, может быть, да, к этому, дает ему задание, и человек говорит, может быть, эта работа, если она будет признана удачной, она может занять это место. Да, если она неудачная, то она, ну, не знаю, пройдет, да, может, там, не знаю, мастерскую художника. Но, тем не менее, это альтернатива симпозиума, потому что, конечно, сегодня симпозиум скульптора делать, ну, честно говоря, просто очень дорого. Иногда у организаторов нет средств на то, чтобы обеспечить всем материалом, проживанием, и еще потом место в экспонировании, да, и какой-то дальнейшей работы. В чем как бы минус симпозиума, я вижу, это даже не в том, что работы будут слабые, ну, это уже как бы на совести скульпторов, организаторов это делать, а в том, что после этого симпозиума дальше непонятно, что с этими работами будет, и судьба этих работ. Она приходит к организаторам, или она приходит к скульпторам, то есть вот дальше что, как бы судьба этих работ. Ну, собственно говоря, получается, что экспонирование только во время симпозиума и на какой-то короткий промежуток после. Что очень жалко, потому что действительно создается и очень хорошая работа создается, которая хочется дальше пошли. Вот когда мы говорим, что нам очень дорого, тут мы влипаем в другой немножко разговор. Это вопрос о меценатстве. Не будем? Не будем? Хорошо. То есть на самом деле люди есть, которые вложили бы деньги. Но если бы с меня прибыли на эту сумму, хотя бы на эту, сняли налоги. Я бы не поднимался. Я скажу, как специалист, что налоги у нас существуют. Для людей, которые жертвуют деньги в коммерческой организации, занимаются благотворительностью, у нас хорошее существует, будет считать. Другое дело, что, может быть, не так сильно хорошо продумана программа, связанная со скульптурой. Это другое дело, потому что людей, интересующихся и собирающих скульптуру, всегда было во все времена гораздо меньше, нежели коллекционеров графики или живописи. Вот это вопрос. Ну и, собственно говоря, инициатива скульптора, то есть должен быть интерес и какой-то, знаете, ну, не сказать профсоюз, но какое-то движение, которое мы бы как творческие люди делали бы сообща, потому что у нас творческая как интеллигенция, как творческие люди, они всегда еще очень разлучены между собой, зачастую. И это очень мешает, потому что как бы, действуя сообща в одном направлении, мы смогли бы достичь большего. Даже предлагая вот какие-то программы тем же самым меценатам, которые не будут за вас их придумывать. Ну, та проблема разобщенности есть, да, не все границы слова с этим можно, это правда. Да, мы готовили эту дискуссию, думать о том, кто же сможет сидеть за этим столом, мне кажется, что удачно получилось. А Бугачева Владимира Петровича мы сегодня вспоминали, зная лично, до сих пор рубит, до сих пор верит, до сих пор участвует в симпозиуме, до сих пор выставляется. Мы даже... На 80, да, человек? Мы даже пытались записать с ним интервью, очень хотели привлечь его в подготовке к выставке, но, к сожалению, так и не получилось вот, с ним встретиться. Увы. Ну вот, мне хотелось поговорить еще о том, что вот о той проблеме, что искусство выходит за пределы музея. Вот Алексей Григорьев писал о том, что когда такие случаи бывают, то он их всячески приветствует. И он приводит в музей Бишкеке, где скульптура еще в начале 70-х годов просто уже, видимо, не помещалась в зал музея и была в какой-то момент
решили ее просто показывать, вот, и в том числе и снаружи. И вот были такие иногда случались выставки, например, выставка в 90-м году, она была довольно большой, проходила в Москве на территории частично парка Музеон, а частично в Третьяковской галерее. И вот мне хотелось вам задать вот такой вот, сейчас обозначу много вопросов. Все-таки наши дни мы можем констатировать то, что искусство вышло на закрытое небо, и более того, произошло размывание границ между ними и искусством. Сейчас очень трудно отделить инсталляцию как объект, и скульптуру выделить в этом тоже проблематично. Происходит различная мутация уже самих форм экспонирования под открытым небом. И если говорить о взаимодействии формы и пространства, что оказывается важным сейчас? Вот, в чем разница по сравнению с классической скульптурой в городских пространствах и со скульптурой советского времени? И живет ли скульптура сейчас как все-таки отдельный вид искусства? Можно ли об этом говорить? Вот хочется действительно почувствовать и понять, что существует действительно скульптура как такой собственный вид искусства, потому что мы действительно вот, в последние десятилетия познакомились с большим количеством ландшафтного дизайна, пространственного дизайна, и вот там парк Горького, да, который нам огромное количество примеров, там всякие пространственные композиции, оформление помещений, какие-то объекты, иногда рекламы, иногда Крымский мост или каких-то слоганов и так далее. Вот хочется также понять, как структура изменилась, потому что Оксана перечислила, надеюсь, сейчас не уйдет этот вопрос из памяти, из моего многословия, но все-таки хочется понять, как она отделяется от такого большого количества объектов, которые появились, и из которых, ну, которые действительно были очень разного качества, и когда их можно как бы записать в пол. Разделение искусства, когда это, в общем, довольно сложно сделать. Да? Не знаю, понятен, да, вот этот вопрос, да, он не составил. Понятен, но, знаете, у меня всегда возникает такое ощущение, что мы всегда все хотим расширить, сделать, спокойно разложить, а зачем? Ну, существует структура, она всегда будет существовать. Как бы дальше производная скульптура классическая, тоже различные инсталляции, там все что угодно, современное искусство, вот актуальное, да, скажем так, вот новейшее течение, как у нас в музее называется, там, ну, вообще очень сложно определить, что это, да, но все равно в большинстве пространств каких-то вещей в основе все равно структура принципа классической скульптуры. Скульпторы по-прежнему учатся, они выпускаются из университета, в академии, они востребованы в той или иной мере. Поэтому я думаю, что вот сегодня мы уже в 21 веке, когда настолько синтез проникнут один вид искусства в другой, что различать, как бы, если вы можете это различить для себя, можете понять. Или, например, в музее четкие совершенно есть там какие-то грани, и то, как мне моя коллега не даст знать, какие у нас бывают баталии. Я не научный сотрудник, да, я смотрю на эти стороны, как они причисляют к тому или иному фонду какую-то работу, которая, она может быть инсталляция, может быть относиться к каким-то структурам, то есть, ну, вот, то есть, понимаете, не надо, мне кажется, мы сейчас вот в таком времени синтетическом каком-то, где уже все смешалось, не надо пытаться разделить, надо просто принять, посмотреть, как бы, да, получить какой-то эффект эмоциональный, как просто произведение искусства. То есть все это произведение искусства, будь ли это скульптура или какое-то другое название, но мне кажется, это уже не столь важно. Это мое личное. Да, я не могу, а лучше скажете. Ну, вообще, для научных сотрудников это очень важно. Как записать книгу поступлений. Но вы всегда приходите на выступление. Да, конечно. Но, с другой стороны, действительно, даже живописи графика, считаю, вот что-то сорты. Ну, здесь иногда бывает, приходные, да. Но, тем не менее, конечно, и чистая скульптура, она и все.
все имеют свой какой-то опыт, мы вот более традиционные, что ли, музеи собрали. Мы если показали работы, я считаю, что это тоже все равно скульптура и чистая пластика, и другое дело это материал, ну да, и у нас и Берлин, и уже, в общем, и Спарк, и все, но это все равно, в общем-то, ну, совершенно посыл вот такой, это все равно вот, традиционный, но традиционный не в плане ругательный, а наоборот. Но с другой стороны, я согласен, что по большому счету это вовсе не важно, в каком материале, какой ходит план, вот это воздействие, если оно есть, если есть образ, то, в общем-то, наверное, да. Это уже проблема чисто технические музейных научных сотрудников. Спасибо. Но вот, я понимаю, что это у нас немножко искусственный вопрос, но у нас такой формат лабораторный, вот, и мы это делаем сознательно и намеренно, чтобы все-таки пытаться что-то понять, мы тоже рассинтезировать, конечно. Вот, и все-таки, Данил, вы тоже ответите, пожалуйста, на этот вопрос, как вы вот в этой ситуации видите. Ну вот кто-то про музыку так хорошо сказал, что вот есть разные направления музыкальные, а на самом деле они нужны для того, чтобы вы в музыкальном магазине поспели нашли полочку со своей группой. Понимаете, вот только для этого. А на самом деле музыка вся делится то, что вам нравится, то, что нас не трогает. На самом деле. Вот и скульптура ровно то же самое. Традицию современности противопоставлять, ну, конечно же, вы понимаете, что искусство традиционное, это вернейшая традиция искусства, это изменить. Вот оно изменяется. От века к веку, от стороны к стороне, это все взять такую глобальную вещь, как возрождение. Мы понимаем, что мы такое внутри разное, колоссально разное, что даже если начать все это возрождение, это однако. Вот то же самое со скульптурой. Конечно, будет классический базис. Мне все равно кажется, вот я, поскольку сам получил образование академическое, в Сурьевском институте. Мне кажется, это необходимо все-таки. Мне кажется, потом, пожалуйста, куда пойдешь, нас говорили, да, потом, конечно, будешь колбасы свои катать, но сейчас на фигуру научись видеть, вот это профессор Переславица прокачал. И спасибо вам большое за это. Вот, все-таки, как вот по личному опыту, ребята, которые базы или нет, их очень сильно видно. Очень заметно. Вот, хотя, конечно, они нам говорили, что это нам только бы мешало, вот эти замечательные скульптуры, но вот есть некоторое подозрение, что они попробуют как-то лучше, замечательные скульптуры. Ну, еще тогда один, возможно, такой схематический, да, схематичный вопрос. Не знаю, вы хотели поговорить еще, развивая эту мысль, что сейчас появилась не только скульптура, а еще много разных объектов, которые, например, действительно научным сотрудникам очень трудно отнести, да? Вы хотели еще поговорить про бытование скульптуры, как бы ее взаимодействие с городом, с жителями города, с публикой. И, в общем, вот есть такое направление паблик арт, да, которое, ну, тоже хорошо какое-то такое делали, благодаря вот наш стажер, Никита замечательный, он делал для нас такой дайджест, чтобы могли как-то сориентироваться в пространстве. Про паблик арт, да, что, значит, ну, что доступно этому форму в нашем российском контексте, это скорее граффити и какие-то вот такие очень долговременные, эфемерные вещи, часто из таких материалов тоже неживущих долго. Ну, в частности, это связано с таким неформальным характером проведения паблик-арт-фестиваля, который мы финансировали, то вряд ли кто-то будет видеть что-то из бронзы. Вот. Ну и, как правило, это все носит вот такой вот. Вот Оксана мне очень подсказывает из этого аспекта, где говорится, что может быть тогда просто осветишь его, потому что он опять же связан с мыслью Алексея Григорьева, то есть это должно вот, быть там, в музее или в мастерской, а должно быть ну, среди людей, как это менять среду. И вот то, что мы видим, действительно, но большинство работ, ну, пока можем изумные вещи смотреть, да, вот это, они лишены такого классического постамента, который скульптуру, вот,
просит, как бы сильно отделяет от зрителя, от этого жюри, и действительно вот только говорят, что масштаб такой с размером человека. А вопрос в чем? Мне придется вступить здесь, да. Здесь вот на фоне наших рассуждений, сейчас мы вернемся к нашим вопросам, должна все-таки звучать тема творчества Алексея Григорьева. Он стремился не просто вот в открытых городских ландшафтах, но он ярко создавал свои работы из долговечных материалов. Вот, то есть, конечно, его идеалы – долгосрочная установка работы в городе. А при этом в самих его произведениях тема разрушения созидания переплетается. И это отражено даже на уровне фактуры участка. То есть ржавчина сознательно включается в образный строй. И нужно сказать, что при всем при этом, несмотря на то, что они были созданы в Америке, работы с долговечным агрессивным материалом, они просуществовали недолго. А в случае Пабрикарта вроде бы другая установка присутствует. То есть вот это как раз не просто демократичное искусство, которое стремится к активному взаимодействию со зрителем, к активному диалогу с ним, но у него как раз оно как будто само осознает свою эфемерность. Вот, то есть это как искусство, живущее здесь и сейчас, не на века явно рассчитанное. И вот мне хотелось вам вопрос задать такой, за и против этой эфемерности и недолговечности Пабрикарта? Ну, против я, наверное, ничего не скажу, потому что я считаю, что любое искусство, оно имеет место быть. Что касается Пабрикарта, это, конечно, ну, для нашей страны это вообще явление там, последних 20 лет, наверное, там, активных 20 лет, да? Но, собственно говоря, вот тот же выставка 1974 год. Что это, если не акционизм, да, не Пабрикарта, в неком своем выражении? И, конечно, для Пабрикарта важно, во-первых, включить зрителя непосредственно в саму, ну, скажем так, акцию, да, то есть вот в этот временной промежуток зритель должен находиться там, внутри. И, конечно, любое произведение, обычно это достаточно масштабное все-таки паблика, оно посвящено какой-то теме. И в последнее время, конечно, какие-то острые социальные темы, где художник провоцирует некоторым образом зрителя. То есть здесь важно вызвать реакцию и вызвать зрителя на диалог. Конечно, ну, древнегреческая скульптура тоже вызывает на диалог, да, немного другого характера. Но я думаю, что такая дань современности, дальше Пабрикарт проекты пытаются заморозиться, пытаются как можно дольше пробить их жизнь. И я думаю, что они каким-то образом приближают к классической скульптуре. Да? А работы там какие-то провокационные, но они имеют право быть, почему-то, если они сделаны аккуратно или даже не очень аккуратно, вызывают реакцию. Мне кажется, только вопрос талант, насколько талантливо это сделано. Это художественное. Ничего тоже против не имею, исключительно за. К сожалению, единственное, что меня настораживает в связи с этим, мы пытаемся, к сожалению, пародировать. Мы тащим то, что мы сделали на Западе. И, к сожалению, не движемся своим путем, поэтому очень печально. Очень многие вещи, откровенно говоря, вторичные. Откровенно говоря, просто сейчас у нас, мы еще этого не сделали. Поэтому есть такая штука интернет. То есть берешь вот эту вещь, забиваешь ее, ищешь аналоги, понимаешь, что это в Голландии или в Соединенных Штатах Америки. К сожалению, это прискорбно, потому что как бы считается, что то ли мы не знаем об этом, мы никогда не узнаем. Вот это обидно. Вот это обидно, что мы делаем что-то с опозданием на 20-30 лет. И мы считаем, что это что-то такое высокохудожественное, и очень свежее, главное, и совершенно не стыдно. Ну вот, только это. Спасибо.
приходила ли когда-нибудь Павлик Парк на территорию до Иерусалимского музея или какие-то дополнительные встречи? Чем постоянно приходящие скульптуры дальше будут там даты, которые к нам все время приходят. Сейчас она тоже и в ландшафте. Поэтому вы знаете, вот, что касается какой-то такой легкой, какая-то скульптура, форм, тем более вот это все-таки диалог со зрителем, когда происходит, и потом у нас вообще чувство юмора сложно как-то. Если это видите, это же замечает, то это замечательно, если действительно это же талант. Но когда восхищение вызывает вот такое уже открытие нечто, это, конечно, куда печально. Поэтому, что касается практики, я помогу это вполне. Но вот все-таки зритель он тоже он разделяет. Вот я стал говорить о какой-то даже классический Алексей, либо потому что это вот у нас как-то на холме разведено, никому, в общем-то, было не приходит, вот подойти и там что-то вот как-то вступать в такой контакт, да, и что-то, слава Богу, да. Поэтому, вот, видимо, все-таки эта структура, она настроена на какое-то созерцание, на какое-то, и это, в общем-то, происходит. Ну да, какой-то внутренний настрой произведения всегда. И вот, Александр, мне хотелось вам задать персонально еще один вопрос. Как вы думаете, как противостоять коммерческим объектам, наводняющим города, занимающим крупные места в любых пространствах, как настроить публику на нужный лад и научить отделять зерна от прежде? Что экспонируем и где экспонируем.
и кто, собственно говоря, зритель, и кто в этой местности живет. Конечно, мы живем с вами в стране достаточно холодной, суровой. Я думаю, что нам и технологии очень тоже позволяют экспонировать что-то на фоне, я не знаю, снега, льда и наших реальных условий. То есть нам пора формировать свой язык экспонирования, как это делают испанцы, итальянцы, да, вот в своих условиях. Я думаю, что у нас есть все для того, чтобы формировать свой язык художественный, да, может быть, живописный, экспонирование, исходя из тех реалий, в которых мы с вами живем, не уходя от них, а подчеркивая, наоборот, своеобразие и подчеркивая язык всех авторов, которыми мы обладаем. А мы, на самом деле, должны очень сильно их поддерживать, потому что, что касается скульпторов, ну, действительно, очень мало, это умирающая профессия, просто в силу того, что она очень сложная, затратная и действительно требует очень больших усилий, как вот ментальных талантов, да, так и просто физических. Поэтому я думаю, что скульпторы здесь должны подсказывать, где они хотят, где они себя видят. Вот как Алексей Григорьев, который точно знал, где он хочет видеть свою скульптуру. Точно так же, я думаю, что кураторы должны не бояться, должны рисковать, должны выходить на новое пространство. И я думаю, что пока это пространство эксперимента, но надо просто рисковать. Скажите, а есть ли такие рискованные планы в Третьяковской галерее с реформированием отдела скульптуры? Вы знаете, у нас все в порядке с отделом скульптуры всех направлений, начиная там от Древней Руси и заканчивая Новейшим течением. Мы просто обладаем только музейными пространствами, к сожалению, у нас, кроме нашего внутреннего двора, на Нарфанском валу, у нас больше нет экспериментировать. Но он не особо. Отчет о своей деятельности, за что мы получаем вообще деньги и так далее.
Вот. Все им нравилось, нравилось, нравилось. Вот они получили, увидели отливки, и тут у них начинается фантазия. Вот тут вот надо переделать. Причем ни одного совета я не могу засчитать, это просто не то, что полезное, а как бы просто откровенно ухудшающие вещи. Откровенно ухудшающие. Люди настаивали, реализация очень тяжело, сейчас полезно. Вот. По счастью, они не всегда это документируют или протоколы. Поэтому то, на что не бумажек, просто не справляют. Я не могу удержаться и не сказать, что вот, когда я разбирала Спасибо. Спасибо.